про настоящий пистолет травмат, короче. Поставили мишень, говорим, типа, если попадаешь, не пьешь. Если не попадаешь, то пьешь, типа. И он думал, что он промахивается, понял? Там 3 или 4 патрона было. Оно, во-первых, его оглушило, у него там говорят, что дня на 2, короче, ухо, типа, будет немного побаливать. Я оглушил. Чего? Он же вот так он стрелял. Очень громкий. Светошумовой очень громкий пистолет там просто. А чем же оно пульнуло? Светошумовым патроном? Да. Оно прям громко-громко. Я не знаю, ну, я даже уши закрывал, когда стоял рядом, чтобы... Жесть. Так вы все знали, кроме него, да? Да. Но он все равно дальше стрелял, ничего не закрывал себе, не отказывался. Типа один раз выстрелил, охренел, но потом дальше стрелял. А подруга, где этот девчичник делал? Да, они там в какой-то клубас ходили. Клубас? Да. У них поинтереснее было, наверное. Да не, у нас тоже классно было. Про там такой, короче, снимали дом, короче, что-то 2000 гривен стоит в сутки. На фотках такой классный дом, приезжаем, а он крошечный. Ну уже ничего же делать, ну, потому что мы уже как бы договорились там. То есть вы просто по фотографиям сориентировались, не ездили туда даже посмотреть? Ну там чуваки ориентировались, я как бы вообще не участвовал в подборе. А, ниша. Я свои варианты давал, но потом все решили, что типа надо вот этот дом выбрать. Там было несколько вариантов. Тот, кто предложил, тот и занимался этим делом. Ну, двор там классный получается, а вот дом сам какой-то крошечный. 2000 гривен в сутки? И убирать ничего не надо после себя? Да я не знаю, я думаю, что это просто как... Ну, мы мусор забирали с утра, когда уезжал, это чуть раньше было, чем все. Он забирал. До скольки, вы вчера были? Приехали туда где-то в 2. И в 2 дня? Да. Ого, что так плохо? И в 2 ночи где-то в 2:40 где-то легли спать. Там? Ну да. Там встал без будильника даже 8, сколько-то там, 8:30. Смотри, кстати, видишь, как заходит уже солнце? Все. Вот это сейчас будет такая погода в тучах. Так что я тебя поздравляю, твой загар сейчас спадет. Нет, он уже не спадет. Увы. А у меня хоть на всем лице или только здесь? У тебя оно как-то странно идет, а тут есть чуть-чуть, ты как будто в маске был. А, было, да, в маске был. Ну, вот, типа вот, на подбородке. Да, вот подбородок и вот эта вот часть, понял, она у тебя белая. Сука. Все остальное красное. Вот ущербанская хрень, блин, бесит такое. Нахер-то маска была. Просто тупо висела, потому что Андрей говорит, у нас тут все нормы карантина, все дела, вот это. Ох, Андрей, блин. Как тебя там пустили? Или тебе ничего не говорили? Я сказал, я к видеоператору. Банка. Андрей, что за ошибки? Сейчас, если Андрей к Даше не поедет, то возьмем Андрея, если он поедет к Даше, то тогда этот... Ты туда Влада наберет? Да. Манечкин с собой есть уже. Да? Ну конечно. Ну, это, я взял ее как вариант для того, чтобы играть там тоже на мальчишнике, но не играли, играли в покер. В покер? Я сегодня пахал вообще мало. Что-то там с утра каких-то 2 бутерброда Никита принес. Потом Андрей купил круассаны, пару штук схавал, и вот еще бананы остались. Что там делаешь? Пишу в Вайбере. Клиент? О, Андрей с мячом, смотри. Лево! Лево! Ты что ты делаешь? Виноват! Я не успею, но слава есть! Слава есть! Ногу, что надо! Слава! 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 Сл
Два. Капец, так похолодало сразу здесь. Холодно стало, серьезно? Да. Все так хорошо было сейчас. Все! Гвоздик, гвоздик за тобой! Так что, Романович будет устраиваться в Глово? Да давно пора было уже, блин, сидеть столько без работы. Да, я бы реально, вот это карантин бы, это самая нормальная альтернатива. Ну, ты же понимаешь, что, типа, если человека устраивает, значит, он так и делает, правильно? Это же его дело, ну, типа... Человек может просто завтыкать, ему надо было дать пинка. Если он а ты ему давал пинка? Если он занимается дома, полезно. А чем он занимался дома? Ничем не занимался? Я вряд ли, да, он ничем не занимался. Чем он вообще, ну, типа, вот два месяца прошло? Вот толк. Толк от того, что типа от проведенного карантина хоть какой-то есть у него? У меня Витя тоже особо. Ну, у меня толк есть, но. Ну ты ж хоть что-то делал, понимаешь? Не, ну я что-то делал. Четыре минуты осталось. Ну, блин, позвони хоть Лере, спрошу. А не против ли она? Да. Что Влад, скорее всего, плюсанет, если, типа, Андрей не да поедет. Да, Андрей вряд ли поедет. Процентов 80 боюсь, что он скажет нет. Не, ну там зависит от Даши. Если, это, если он не планировал с ней встречаться, то он... Думаю, что поедет. Алло, ты в метро или где? Ну, наберешь меня, когда выйдешь, да, пожалуйста? Не, ну просто хочу. Хочешь поиграть, не? Ну, давай, давай, давай. А чувак, я не могу. О, сука, с коленом, кстати. Что с коленом? Это переднее? А разрыв или надорван? Когда сегодня? В начале первого. Лучшие! Ни хера себе. Так если хрустнуло, то ничего хорошего. Витя, ё-моё. Ну распространенная травма, что бывает. Пройдет. Пройдет? Конечно, может это не факт, что. Что это такое? А у вас что, и тутеры с собой есть? Это, я не знаю, я думаю, что это свой. Может, это рецидив какой-то вопрос. Ну, выше шло, кстати. Блин, как бы красиво зашло, да? Да, видишь, как не хватает тебе футбола, да? Мне не хватает? Ну, да? Конечно. Ну, посмотреть хорошо, а выходить пока нет. Ты же, в принципе, можешь играть, да? Теоретически. Теоретически, да, но... Фактически. Не... Желания нет? Я не такой устойчивый. А бегать лево! Просто? Бегать могу. Ой-ой-ой, слепуха! Да, конечно, конечно. Ты видел? Андрей, Андрей, что там случилось? Живот спустил. Сзади еще есть. Сзади! Да уже все, он накрытый тысячу лет. Он стоит, смотрит, понимаешь? Ой, как хорошо переправил, да? Опа! Смешно получилось. Это было нелепо. Ваня, он, блядь, танцует нас с руками. Да, ну, я, блядь, ты что рассказываешь?
Что, это чуть махач не был? Да, это так. Потасовочка. Потасовка? Да, небольшая. Перекинулись словами даже больше. Может. А может. А может. Что же теперь? Смотри, ё-моё, Андрей, это твой гол. Блин, это Андрей только что завтыкал. Ну как, типа, там его раскатали, в принципе. Да какой раскатали? Ему растяжку надо больше сделать. Что же теперь? У меня в этом доме это тоже Кент с работы, с Мака живет, прикинь. Вот это на 6-м или на 5-м этаже. Блин, это же реально мечта, чувак. В этом доме жить? Ну а чё? А чем он классный? Ну скажи, чем он. Выходишь на балкон и смотришь. Сзади, сзади! Ого, сейчас будет еще одна банка. Там еще парковка, понял? Платная там вот. Чувак пойдет лечь? Ну да, это ж обязанность его. На кабанчике, кстати, нашли этого парня. А то и этот товарищ типа своего позвал, это тоже считай с кабанчика, потому что это того товарища. А сколько они? 50 гривен в час? Там по-разному, я просто точно не знаю, там что-то 50-100, там типа в зависимости от количества игр. Мало игр, меньше денег? Меньше, да, меньше. Не-не, много игр, меньше денег. А они что, тоже с самого утра здесь? Не, там у них менялись. Там их что-то 8 человек, типа. То есть это они приходят, блин, сюда. Ну, 4 чтобы... человека изначально, чтобы потом еще 4 поменялись. Чтобы 200-300 гривен заработать? Ну, не так, конечно, чем студенты малые. Ну, типа там в колледжах учатся. И считай, рядом тут живут, типа, по-моему, это нормально для их возраста. А, они тут еще рядом живут? Да. Принял. Чуть-чуть поломался. Центр вообще! Центр! Ой-ой-ой, блядь, ты видел это, ё-моё. Всё! Бей! Ну ещё и рука была, кстати, ты видел? Тебе виднее, не увидел. Я чётко видел. Куда судья смотрит? Да ладно, Женя там так. Женя чисто так ходит? Ну как, он смотрит, но, видишь, не близко к ситуации. Понимаешь, у него уже там, он как раз 6 часов уже где-то тут бегает. А Женя уже все устал. Блин, как похолодало сразу, капец. Нормальная температура, что ты думаешь? 17 градусов точно есть. Понятно, что в шортах, наверное, прохладненько. Не, ну сегодня продуктивный день, я тебе скажу. Уже не ожидал, что Повербанк доживет прямо столько. Все игры вытянул, я думал, что надо будет еще от компьютера. А ты будешь заезжать? Да? Я вообще хавать хочу, блин, ничего не ел почти. О, так у меня есть дома суп. Ну, вообще крутяк. Саша! Все, халява.
Сколько, блин, уже счет такой? Плюс 3 они играют. Блин, а слепуха даже не собирается тащить. Почем брал? Кого? Этот? Бесплатно. С бломбарда. Ё-моё. Витя, а чё ты мне не нарисовал? Ребята, в защиту! Чё ты мне ещё не нарисовал по лобам? Хотя бы платно. Ну, потому что пауэрбанк бэушный покупать — это дичь, я считаю, вообще, типа... Это... Ну, а ты ж купил бэушный? Я его не покупал, ну, в том-то и дело. Подкинули проблем. Тебе нужен пауэрбанк, Риша? Давай, давай, давай. А? Тебе голос, нужен пауэрбанк? Ну, если будет. Да я тебе могу подарить просто в честь того, что ты хороший человек. С началом лета тебя поздравить. Не, не надо. Че? Бросик, помогай. Это лишнее, я сам себе могу взять. Да че? Блин, ну слепуха, ну борись до конца. Ну что это такое? Вообще, плюс 4, да? Короче, Витя, если Остик будет... не хочешь сменить? Дай наводочку батя. Если вдруг будут эти банки, 50 по 100 гривен, то я возьму. Окей. Не хочешь? А? Не хочешь меня? Что я так не узнавал? Просто мне батя приносит, говорит, хочешь? Я говорю, ну давай. Типа, мне не надо, говорится. Кстати, этот уже разрядился, его ночью от него ночью заряжал телефон. Смотри, как передвигается Андрей. Видишь, бы такой дальний залетел. Это жесткая редкость. У меня их 3 здесь сейчас. А сколько осталось? Осталось еще 12 минут. 13. 12. Валя, сам. Валя, с тобой. Центр! Валя! Валя! Опять! Плюс 5! Ё-моё! Они слишком агрессивные. Надо что-то предпринять. Дай какой-то... Заряди этого слепуху. Да посмотри на него, ты что? Что ему там зарядить? Ну там чизбургер зарядить максимум можно. Ты можешь его зарядить на победу или нет? А, он на банку стал. Вон он. А он прыгать умеет, кстати? Ну он же на воротах раньше стоял вообще, это его типа позиция. Серьезно? Ну он за живчик кабалу не играл. За живчик? Что-то он сейчас не живчик. А живчик пьет. Не, ну понятное дело. Надо же хоть что-то оставить. Кстати, пробовал живчик из банки? Нет. Вот в банке он типа намного круче. Вкус. Они когда по-другому его делают. Но их редко выпускают сейчас. Смотри, смотри, пацаны открылись неплохо. Будешь что-то толковое? Я сильна. Ну. Хорошо, ну что там? Связочка, на опыте. Вроде так уверенно идет, такой ух. Оп. Слова! Витя, ну таких ошибок нельзя допускать. А выбейте! Блин, они как-то вообще на расслабоне так играют, теперь. Это ж типа товарняк, считай. А ты видел, как красиво, если бы голову реально забил? Вышли! Справа!
пацаны, берегите связку. Смотри, не добьет нормально даже. Так он... Ой, Игорь ушел от него. Еще 10 минут. Батар, скидывай. Скидывай. Хорош, Валя, сам. По назади. Валя долго. Все, можно бить. Стенка будет, стенка! Давай удар, Стой! Затащил, видишь? Андрей затащил? Ну, вытащил только что. Это его прямая обязанность. Что это было? Кстати, я по одному ролику недавно узнал, что судья считается тоже частью поля. Если он случайно отрикошетит ворота, то забьется гол. Будет считаться. Не, сейчас, кстати, по правилам нет. Сейчас, типа, вот только в этом году, в 2020 году ввели новые эти правила, что короче. Судья не влияет на поле? Не, ну смотри, он влияет, но получается, смотри, как этот на усмотрение арбитра. То есть, если в него мяч попадает, и он считает, что он повлиял на исход, короче, момента или чего-то, короче, либо там потеряла одна команда мяч, либо там кто-то гол забил, либо еще что-то, он имеет право свистнуть и назначить спорный мяч. А что значит спорный мяч? А если гол залетел? Ну, спорный мяч обычно отдается команде, которая атаковала, допустим, если она потеряла мяч из-за того, что мяч попал в арбитра, там, или если там мяч летел мимо ворот, попадает в арбитра, и мяч залетает в ворота, типа, тоже, допустим, удар от ворот назначается, там, что-то типа такое. Но это на усмотрение арбитра. То есть, если арбитр считает, что он повлиял, значит, вот, так, если, типа, не повлиял... Ну, такое! Дальше, да, Тамал. Слава, рывочек! Ой, бить будет! Опять затащил, смотри, Андрей. Записали это? Конечно. Хоть что-то у него получается сегодня. Память закончилась. Ничего не выйдет. Муха заслонила объектив. Муха это. Смотри, сейчас чувак тупо с дальней лупит прям в девятину, если пуха падает. Почти угадал. Куда ты лупанул его? Андрей, что ты сделал? Тут, по-моему, все против Андрея. Знаешь? Хорош. Даже его команда говорит, вали отсюда нахрен. Так и сказали? Да нет. Вот интересно, что-то поменялось бы, если бы Андрей сейчас не играл за эту команду. Вау. Ну хорошо отдал. Ну затупил вообще, жесть, все, ГГВП. Да тут парень играет уже четвертую игру сейчас, понял? Четвертый час. Да. Он вообще хорош, Ростов уже уставший. Давай вниз, мяч! Сзади, сзади! Приезжай. Считай, типа вот пол моего рабочего дня он здесь уже, понял? Ё-моё, ты прикинь! Фу. Поднялись. Андрей, так, осталось 5 минут. А, видишь, типа, да, значит, надо скорее... делать. А, да, скорее всего, да. К сожалению, вы. Да. Стрёмная тема. Сколько вы...
В январе травма, в феврале операция, и уже через месяц на ноги стал. То есть в марте месяце, в конце марта. 30. Ну там даже с тутерами, со всем барахлом будет где-то 35. Где-то там. Так, 4 минуты. Ох, она там вывели. А, прям туда, куда не надо, да? Парня попало. Что, Манжелию звонит? Могу, да, сейчас видеть? На вертолете прилетит сюда. И прикинь, блядь, ты звонишь не тому, приезжает Сережа и вправляет своим методом под музычку, и оказывается, что этого делать. Сгибает колено, да? Чей? Твой, конечно, ё-моё, лови. О, пропускает. Ничего, ничего, так и продолжается. Пушка, пушка в девятку. Блин. Да, если бы там ворота летело, Андрей бы смотрел просто. Андрей, а что ты не прыгал даже? Ай, блин, далеко отпустил, ё-моё. Тут половина парней, говорю, типа, это ты, который... О, это тоже класс. Что такое? Половина парней уже играет там третью там игру, короче. Ну это не оправдание, ты что, должно открываться пятое дыхание, ты должен просто рвать. Десятое тут уже, наверное, должно быть, или двадцатое. Подожди, а когда травма была, я не помню. А, я согнул, вот так вот полностью выпрямить не мог. Этот, получается, мог только чуть-чуть согнутым и полностью согнутым. Ну у него может мениск просто быть. Да, да. Хотя он... Сейчас спустишь! Андрей, прыжок! Андрей, Андрей, Андрей! Ну, ай-яй-яй. Можно продлевать, можно. О, воротник. Все, это жопа, это какая-то. Кстати, медсестра сегодня пригодилась? Вон, вон, летит. Что? Врач сегодня пригодился? Да, было, кстати, там чувака рассечение брови было, ну, короче. Даже скорую вызывали, потому что крови много было. Скорую? Да, да. Сюда? Да. Ну, скорая в итоге его и не забрала, там заштопали ему что-то, ну, короче, заклеили как-то, и все нормально. И все, и уехали. А что тут не могли кровь нормально ему остановить, вроде что-то типа того. Ехала скорая, остановили. А как вообще произошло столкновение? Ну да, голова в голову столкнулись, типа, и все, верховая вырыба. У Терещука было рассечение. У Терещука было рассечение окна, когда он мечом туда херанул. Вот это было. Было, да? Ты тогда был или нет? Не, я тогда не был, но я... Ну я тоже не был, но я тоже слышал. Четко помню. Просто лучше. Давай, давай! Опа! Ой! Опа, все! Хорошие! Лёха есть, ну, кстати, вот это вот, когда в пятницу играли, и вот это и не было Терещука уже все. Сдулся. Понятное дело. Опа, Андрей пусть. Андрей! Это твой проект. Еще и на последней минуте, ё-моё.